видишь, это старые правила, уже РФ может не уточнять готовность вратарей. А что, РФ разве молодой? Да, вот оно что. Старые советские школы. Встречаются Capital Life и Med Life. Вот так совпадение. Capital Life, с ними мы уже познакомились в предыдущих турах. Сегодня 1-6 команда уступила РТРС. Но это ничего не показывает, еще не означает. Все-таки РТРС находится в такой невероятной форме сегодня. И Capital Life быстрым, эффективным началом показывает, что очки сегодня все-таки собирается набрать. Med Life в белой форме. В общем зачете на 9-й позиции шли до начала тура. Два. Ну, плотность борьбы в турнирной таблице очень высока, и там одно набранное очко в корне все меняет и перетасовывает в таблице. Очередной опасный момент у Capital Life. Med Life пока вторым номером действует. Про результаты Capital Life мы сегодня говорили у Med Life, набранные всего 3 игры они, кстати, провели в соревнованиях. Поражение, ничья, победа. 1-3 поражение от Московского кредитного банка. 1-1 ничья с HSBC и 1-0 победа над МРТС. Ну, как характерно, с лидерами только поражение, ничья с середняками и победа над теми, кто в нижней части турнирной таблицы находится. Не хватило уже здесь сил на удар. Переход к Med Life, штанга. Моменты есть, но пристреляться еще нужно и Capital, и Med Life. Чисто сыграно. Вот здесь отбор и вторая попытка для третьего номера. Вот со второй попытки прекрасно забивает. И, может быть, повезло, что в предыдущем моменте ему досталось. 1-0. Med Life выходит вперед. Ну, сейчас вот второй момент подряд, когда Capital Life рядом со своей штрафной заигрывается. В основном сегодня все сами себе голы привозят.
Снова никого на дальний. Действительно, можно расстроиться. Капитал Лайф продолжает играть без замен. Один человек на скамейке у Медлайфа. Ну, сейчас ему продолжают оказывать помощь. Как раз отличившись с забитым мячом. Чуть выше цели. Ну, снова привоз. 2-0. А сколько таких будет еще? У Медлайф классическая схема. Забил, ушел на замену. До перерыва 3 минуты, если Таллаеву не удастся сократить отставание в этом тайме, то есть большие опасения, что не смогут достаточно настроиться на вторую 10-минутку. Там может пойти уже все не по плану. Ну и снова себе привозит Капитал Лайф. А, только на этот раз Медлайф не наказывает. Шел мяч под перекладину, но вратарь правильно остался на месте. Главой Капитал Лайфа. Помню, что вратарю больше отдавать нельзя. Значит, должен центр пересечь. Несколько скомканная получается концовка, но это и понятно, устали обе команды, играют фактически без замен. Уже все откровенно доигрывают до свистка на перерыв. Нарушение правил не осталось без внимания арбитра. Перерыв при счете 2-0.
круга. Вот, я забрал домой себе 3 грудки и 3 картошки, пришел, снова обожрал, лег, отрубился часа на 3, проснулся, хуйней пострадал, и лег дальше Мог еще и третий, но такой думал. Это собственно. Удар был, да? Ну, когда уже два идут, два, три, идут. Да не, ну. Ну, как бы можно, но как бы... Второй тайм. MetLife пока обыгрывает Capital Life со счетом 2-0. Да. Два момента сами себе футболисты Капитала привезли, начали делать что-то непонятное рядом со своей штрафной. В итоге все закончилось довольно неудачно. А вот сейчас удар со своей половины поля. И очень ощущается, конечно, отсутствие запасных. Во втором тайме это станет вообще фактором основным. За кем будет подбор? Здесь прием не очень получился у игрока MetLife. Лунин. Я понял. Еще один момент у Capital Life. Но во втором тайме красные поинтереснее смотрятся. Что примечательно, одного игрока всегда оставляют рядом со своими воротами. Какой бы перспективной ни выглядела атака. Видны некоторые проблемы у Capital Life при переходе из обороны в атаку. Здравствуйте, а какая у вас фамилия? Великолепно все делает 15-й номер Capital Life, а двух соперников обыграл и четко в девятку мяч отправляет. Соло. 1-2. Вот как Capital себе два привез, так же и MetLife сейчас ошибся. Втроем полетели в контратаку. Один из футболистов, тот, который владел мячом, пошел в обводку и в итоге привезли момент. Опасная игра. Свободный удар Capital Life без фола. Вратарь поймал мяч прямо на линии штрафной. Ну,
Очередной подбор Capital Life. Ну, в целом, MetLife не удается играть по счету. Крестовина спасла Capital Life. Выходи, выходи, Дим. Прошла интересная игра без центра поля. Слышь, Кит, скинем счет. Ошибка Капитал в центре. Хорош. Вот еще один игрок у MetLife появился на скамейке. Сразу повеселее игра пошла. Есть с кем освежить игру. И капиталисты явно устали. Хорош. Хороший финт сейчас, кстати, был. Снова активнее MetLife. Выход в контратаку 3 в 3. Опять, ну это уже не в 3, 2 выхода, это 1 на 1. Главой только удалось заработать. Не лег мяч на ногу, досадно. Да, сейчас по такой игре MetLife, если забьет третий, то это, в принципе, на этом можно будет игру заканчивать. Отодвинут игрок на положенные 5 метров. Можно вводить мяч в игру. Хорош, Вань. Все, тащите время, тащите. Минутку сейчас. Хорошо, то, что сказал. Второй темп атаки Capital Life. Прошла эта передача, а можно было попробовать еще под мяч подстроиться, сделать пару шагов. Пусть и ушел бы он дальше от центра. Ну, в общем, можно было третий забивать. Тридцать секунд до свистка. Готов!
Ну, так и не увидели мы в этой последней минуте финального штурма ворот от Capital Life, хотя, ну, конечно, ждали. Последние 10 секунд. Одна атака Capital Life. Может быть, и ей уже не быть. Ошиблись в приводе мяча. Вратарская ошибка. Там этот мяч принять и обработать не было шанса. Все, заканчивается встреча. Победа MetLife.